Всем привет! Вот очередная посылка с AliExpress. Заказывали в этот раз плату микроконтроллер Arduino Uno. Точнее, он называется Arduino Starter Kit. То есть сама плата Arduino, ну и там немного компонентов для более веселой жизни. Давайте распакуем, посмотрим. Шла данная посылка до меня 28 дней. То есть стоила она $6.85. В рублях это что-то 380 рублей с чем-то, что ли. Да, это она. Упакована. Все, больше ничего нету. В комплект входит сам провод для Arduino. Совсем небольшой, сантиметров 40, наверное. В одном конце имеет USB выход. То есть USB выход, на другом, да, вот такой. Я не знаю, как правильно он называется. Ну, я называю его принтерный разъем, так как у меня на всех принтерах был такой разъем. Так. Сколько пупырки. Смотрите, такой. Ладно. За пупырку плюс продавцу. Точно так много. Так, сама плата. Запакована. Герметичном, наверное, герметичном пакетике. И к ней такая планка, я не знаю, как называется, прилагается. Насколько я помню, в заказе такая планка в комплекте не шла. Давайте откроем. Откроем ножиком. Ганза 817. Хорош пакетик, так не рвется. Так. Вот такая небольшая плата размера на раскрытку. Вот питание 9 вольт, он питается, ну и USB. Так вот, планка, точнее тоже компонент, я не знаю, как называется. Ну, это, да, это вот так есть, конте, шлифы, то же самое, только как бы отдельно. Нет, насколько я помню, ну, в перечне то, что идет по ссылке, этого не было заявлено. Тем не менее, есть хорошо, почему бы нет. Так, отложим пока в сторону. Дальше. А вот сам этот стартер-кит. Все, что входит в комплект. На диплоке. Так, первое. Это адаптер для питания. Вот. Сам Arduino. Можно питаться от 9 вольт батарейки крона. Обычная крона довольно редко встречается, то есть подсоединяется, но и может не работать. Сейчас не буду включать, я пока что. Так, дальше идет такой вот брэдборд. Это, как сказать, монтажная плата временного монтажа. Ну, что, допустим, нужна какая-нибудь простая схема, чтобы ее не паять, достаточно собрать, ну, вот такой. То есть, вот он. Также идут в комплекте провода. Вот еще один пакетик. Такие провода. 20 штук. На каждом конце такой пин располагается. Вот этим пином можно как раз этот Arduino и подсоединять. Давайте так поближе, чтобы постоянно. Так вот, то есть данные штырки на концах таких проводов
Спокойно могут подходить сюда. То есть они сюда, так сказать, вот подключены. Дальше будет засыпаться. А также вчера мне пришла посылка. Заказывал я вот такие вот провода. Ну, в принципе, то же самое, что вот это, только у них разные разъемы. Тут мы видим. С обоих концов у нас штырьки. Ну, то есть папа, выход. Папа, мама, если то, ну, понимает, как это классифицируется. На который я заказывал, на одном только входы, то есть мама разъем. С другой стороны папа. В принципе, как раз вот так, именно вот такой рот и мне, в принципе, будут нужны. И вот такой вот комплект. Второй комплект. Здесь только чисто входа мама-мама. И все. Кстати, так я заказывал, стоит он 40 рублей. В комплекте идет 40 таких проводков. В данном комплекте идет только 20. Просто я могу сказать, что продавец жадина зажал, но у всех, которых я видел продавцов, везде их по 20. Ну, в принципе, так особо ролик не играет. То есть, шли они, 21 день, с учетом того, что я заказывал их на 5 дней позже, чем само это проявление раньше. Не знаю, чем это связано. Так, поехали дальше. Ну и пакетик разных. Ладно, мелочевки. Отцепим. Так, идут резисторы. На-на-на-на-на. Должно быть написано. Идут на 1 килоом. Такие вот резисторы. Также резистор на 10 кОм, ну, в принципе, то же самое, тут на 10 кОм. Резисторы на 100 кОм. И 220 кОм, наверное. Или просто он. Также кнопки. Обычно вот такого. С четырьмя выходами. Как микрики. Очень большие. К ним идут. Такие типа кнопки. Ну, то есть была полноценная кнопка. Должно их быть вроде 5 штук. Нет, тут их 6 штук. То есть я их собрал их вместе. То есть два черных, два с черными, два с желтыми, два с синими. Ну и осталось светодиоды. По 5 штук трех цветов. 5 зеленых, 5 красных и 5 желтых. 5 зеленых. Обычно дешевые самые светодиоды. Также 5 желтых и 5 красных. Также еще 2 фоторезистора, что ли. Хотя я не знаю, что это за фоторезистор, но по идее фоторезистор работает следующим образом. Если на него есть свет, то идет контакт. Если, ну и также бывает вроде, некоторые виды, если нет света, есть контакт. Как эти, или, то есть, или с такой же ли функцией, я, к сожалению, не знаю. В общем, такой вот
небольшой наборчик, так сказать, юного техника радиолюбителя получился. На данном платье я не собираюсь не делать ничего такого сверхмощного. Грубо говоря, побаловаться мне. Есть один проект, который я когда-то думал, что он очень тяжело делается, но оказывается, ничего особо сложного нет, нужен только данный такой плата. Ну, еще пара компонентов, которые мне надо найти. Ну, вот как-то так, вот такая вот распаковочка получилась, наверное, затяжная очень. В общем, подписывайтесь на канал, будет еще много чего интересного, в том числе с участием этой платы. Всем удачи и пока!